50-летняя Дженнифер Лопес, появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Для выхода на мероприятие в Лос-Анджелесе звезда выбрала сомнительный наряд. Певица надела эффектное платье Валентино с пышной юбкой. Неожиданный акцент в виде пышного банта сделал образ Джей-Ло похожим на упаковку от рождественского подарка. Пользователи сети провели параллели с подарочной оберткой благодаря не только банту, но и цветовой гамме в зеленых, белых и золотых тонах. На этот раз с модельером Пьер Паоло Пиччоли и в самом деле что-то произошло. Модные критики назвали платье худшим на церемонии. Несколько пользователей Twitter пришли к выводу, подумал, что наряд возлюбленной Алекса Родригеса очень походил на рождественский свитер Райана Рейнольдса. Джей-Ло в этом году впервые с 1998 году была номинирована на премию. Кандидатура актрисы была представлена в номинации на лучшую женскую роль второго плана. В итоге награда досталась Лори Дёрн за фильм «Брачная история». За победу в этой категории боролись также Кэти Бейтс, Ричард Джуэлл, Аннет Бёнинг, The Report и Марго Робби, «Секс-бомба». Недавно Дженнифер Лопес снялась в алом топе и леггинсах. Предлагаем узнать, что звезды на самом деле думают о бывших. Мы собрали все скандалы Джей-Ло со знаменитостями. На «Золотом глобусе» впервые после развода появились вместе Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Шарлиз Терон вышла в свет в пикантном образе.